дарят подарок. Детям обычно, ну или молодые люди девушкам своим дарят. Гости из тропиков пленили южан. Насладиться неземной красотой бабочек, а главное дотронуться до заморских красавиц, собрались ценители прекрасного. Жанар Уркембаева питает слабость к тропическим насекомым. Признается, что беззаботное создание дарит ей ощущение радости и счастья. Они просто восхитительны. Эти создания будто переносят в сказочную страну. Ими можно любоваться бесконечно. Удивительных бабочек в Шымкент привезли в виде куколок. Поэтому каждый посетитель выставки может увидеть своими глазами процесс превращения гусеницы в красивую бабочку. Причем на выставке нет места обычным насекомым. Здесь только экзотические экземпляры. Идея левканоя, парусник тоас и калигу. Показали на выставке и самый крупный ночной мотылек в мире – Атакус атлас. Размах крыльев заморской обитательницы достигает 18 сантиметров. Шымкент уже 13-й город, где мы радуем посетителей, то есть наших такой красотой тропической. Бабочек мы привозим сюда в специальных контейнерах в виде куколок, то есть здесь подвешиваем. Как бы удивление вызывает то, что зайдя на выставку, то есть бабочки находятся среди вас, то есть могут на вас сесть. Нехитрая трапеза экзотических гостей состоит из апельсинов и меда, разведенного в воде. Людей они не боятся, а даже наоборот, проявляют интерес. Летают рядышком, шевелят лапками, позволяют себя рассмотреть и потрогать. Легко идут на контакт и даже едят с рук. Теперь в число шымкентских домашних питомцев входят не только кошки и собаки. Конкуренцию могут составить бабочки и совы. Для домашнего содержания невозможно найти более подходящую бабочку. Она очень быстро привыкает к хозяину и разворачивает хоботок, когда ее собираются кормить. По индийским поверьям, некоторые из этих бабочек исполняют желание. А если заморская красотка сядет на человека, то успех ему гарантирован. Прийти за своей порцией успеха шымкентцы могут до 17 февраля.